Мусорный коллапс в Омске отложили до конца года. Что будет с единственным официальным полигоном отходов и почему власть не может найти ему альтернативу? Полосы с препятствиями, почему пешеходные переходы опасны для жизни и как привести их в порядок? Вячеслав Двораковский обещал, что все дороги в Омске починят к 2025 году и рассказал, что не исключает возможности задержаться в кресле мэра. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.